Так, первый пошел. Раз, два, три, четыре. Давай, моя армия, собирайся скорей. Время 30 декабря, у нас снега нет. Не по ря док. Дети, внуки, жены, бабушки, дедушки. Не-не-не-не-не-не-не-не, сюда нельзя. Туда нельзя, наверх нельзя, там это, надо закрыть этот проход. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Снеговики уходят через этот проход, возвращайся, Кать, возвращайся, да оставь этого, это предатель, дезертир, дезертир, его надо, дезертир, казнить, казнить, на спускайся. Ты двоих убил, двоих. Давай спускайся вниз, вот, вот здесь ходите в воду, не прыгайте, снежите снегом, здесь все, Новый год, завтра Новый год, а у нас здесь ничего нет, новогодних праздников нет, кроме, конечно, вот этой елки, которую я выстраивал примерно минут 25-30 до начала вот этой серии. Слушай, они какие-то тупые. Ну это же снеговики, у них вместо мозгов тыква там. Они ничего не делают, он не снежит снег. Бесполезный. Ты смотри, он реально ничего не делает, ты будешь хотя бы снег снежить. Снежи снег. Тупица, я вас сейчас всех перерублю, тут трезубцев. Не надо никого рубить, ладно, они хоть и ничего не снежат, зато хотя бы какая-то новогодняя атмосфера все же появилась. Все, что мы могли, мы все сделали. Тут, как я понимаю, у вас какая-то туса, да? Все сюда забились, походу, в угол. Да потому что здесь зимняя атмосфера, здесь же у нас лед, здесь у нас Михуил. Кстати, Михуил. Подожди-ка, Михуил. Этого не было в прошлый раз. Ну тогда, что я хотел тебе сегодня показать, перед тем, как сделать новогодний подарок. А я все же по советам подписчиков, которые доставали нас в комментариях со своими комментами, что, мол, мы должны Михуилу построить нормальный дом, а не ты как клетку зоопарскую какую-то построила. А, то есть у меня ненормальный дом. Ну, подписчики сказали, что да. Спасибо вам большое, ребята. Снеговик, ты это слышал? Они сказали, что у меня ненормальный дом. Офигеть. Ну ладно, давай, показывай свою тарантайку. Разрешите представить царские хоромы нашего полярного мишки Михуила. Заходите. Японский лед! Вот-вот, как тебе... Я сам, честно, сам офигел, когда я их достроил. Вот сам офигел. Они реально получились больше, наверное, чем наш дом с тобой. Корабль вот этот. То есть у нас у всех детей дома больше, чем наш дом. Как говорится, детям все, родителям ничего. Все надо детям отдавать. Фу, я влипла. А вот это так Катя чавкает, когда мы наварим пельмешей. Вот примерно ага. Вот так. Вот так. Ты про себя сейчас говоришь, да? Чё зыришь? Глаза пузыришь? Будешь умником? Я тебе харю начищу. И тебя тоже харю начищу. Вот и сидите здесь, красавчики двое. Эй, ты что с ними сделал? Пускай сидят. Вот с каждым так будет, кто криво посмотрит на... Кать, ну не надо сейчас над всеми издеваться. Я просто попробовала. Все, они реально ничего не снижат, ребят. Может, мы что-то неправильно делаем? Вот этот вообще бесполезный. Ты что-то будешь делать? Нет... Так я ему сейчас тоже вырежу голову. Не надо ему голову вырезать. Пошли, Кать. У нас с тобой еще очень много дел. Перед Новым годом, новогодняя суета, все надо успеть. В общем, подожди. Стой там. Иди на другой конец моста. Стой там, иди туда. Екатерина Снегурочная. Я не Снегурочная. Екатеринаф нафиг новогодний. Вот это уже лучше, это лучше. Прошло очень много времени, прошло очень много серий, прошло очень много стримов, где мы с подписчиками готовили тебе то, что ты всей своей душой заслужила, то, к чему ты стремилась всю свою жизнь, то, ради чего, в принципе, мы и начали этот сезон выживания. Поэтому прямо сейчас я предлагаю сделать время подарков для друг друга. Те подарки, которые мы с тобой долго собирали и долго хотели подарить друг другу. Я бы так не сказала, что долго готовили, долго собирали. Ну ладно, ладно, у меня тоже как бы для тебя есть подарок, поэтому давай. Заходите, пожалуйста, в наш дом и закрывайтесь до того момента, пока я не скажу выйти оттуда. Ты меня точно не прикончишь? Я тебя не прикончу, честно. Сегодня не будет никаких магазинов вот этих с рыбой, с медом, никаких колодцев желаний. Сегодня все будет искренне, честно и с долечкой, капелькой любви. Я очень сильно на это надеюсь. Иначе ты знаешь, у меня в инвентаре TNT,
порох, зажигалки. Хватит тараторить, женщина, зайди в дом и закрой там всё, вот нашла! Это. Раскудахталась перед Новым годом! Так, а сейчас время подарка. Вот это я забираю, все это я забираю. Вы себе даже не представляете, сколько времени ушло, чтобы сделать то, что я сейчас предоставлю екатиф нафигу. Я не знаю, сколько у меня осталось. А слушайте, так у меня нормально так. 64! А у меня там еще, кстати, пережаривается. Сейчас, подождите. К вам можно на секундочку? Можно. О, какие вы красивые. Прям вот как мне повезло с девушкой. Так, это новогодний мой костюм. Ага, хорошо, хорошо. Стой на месте и даже не смей выкукивать сюда через вот это окно. Стой там. Не выкукиваю, не выкакиваю. Ну вот это самое не делаю. Кать, твои предположения, что я тебе сделаю? Какой подарок? О, я не знаю. Может быть, ты подаришь мне... слизь. Да. Отойдите, молодой человек, отойдите нафиг отсюда. Ага. Так. Потом быстренько. Надо просто это все высроить. Не важно, как я это буду сейчас высраивать. Вот можно даже как-то вот так. Главное, чтобы было эффектно, главное, чтобы было огромно, главное, чтобы Катю это очень сильно удивило. Катя, я уверен, то, что сегодняшний день навсегда запомнится тебе в жизни. Прям навсегда. Даже если там будет слизь, главное ведь не подарок, а внимание. Да, внимание, конечно, Катя, внимание. Ты придумал какой-то ленивый человек, который не хочет дарить подарки. Такой, давайте просто будем говорить, что главное внимание, а не подарки. Слушай, а ты там случайно меня через окно вот это не полила? Нет. Ну тогда все. Так, стой, пока не выходи. Катя, подойди сюда. Подожди, можно спросить? Да. А вот мне кем лучше быть, зомби, скелетом или крипером на Новый год? Мне кажется, крипером. Тебе вот эта маска очень сильно подходит. Прям к цвету твоего свитера. Все, отлично. Я буду тогда крипером. Все, теперь можешь продолжать. Юная ты моя майнкрафтерша. Без тебя и жизнь не та. Без тебя этот сезон выживания получился бы просто унылой какашкой. И я рад то, что мы... Да, я рад то, что мы с тобой его начали. Я рад то, что мы с тобой читаем комменты подписчиков под каждой серией. Я рад то, что серии набирают столько много лайков. Я рад то, что под каждой серией все подписчики просят продолжения. Господи, сейчас вот эти слезки потекут. Мне это... уже слезки потекли. Не надо, вытри. Криперы не плачут, как говорится. Крипер, ребят. Я знаю то, что всю свою осознанную жизнь ты мечтала получить вот этот подарок, который я тебе сделаю прямо сейчас. Выходи на улицу, забирай все эти ресурсы и в следующих сериях строй то, о чем ты так давно мечтаешь. Выходите. Кажется, я поняла, что это. Это средний палец? Это золото, Катя, это золото, которое ты можешь прямо сейчас забрать и в следующей серии построить себе огромельный золотой сральник! Ёперес, это все мое! Это все твое, забирай, чтоб в следующей серии у нас тут сральник был больше, чем вся наша деревня! Офигеть, а где ты столько золота-то откопал? Потому что мы с подписчиками на каждом стриме сидели и примерно по часу в шахте добывали вот это все золото. В итоге тут примерно где-то 11,5 стака золота. Странно, что об этом подписчики мне не написали, не заспамили всю личку. Обычно они тебя палят, а тут даже ни словечка не было про золото. Подписчики меня любят палить. Именно тогда, когда я строю тебе какой-то там троллинг-магазин, они сразу бегут к Кате и такие: «Катя, Катя, Эдисон опять снова тебя хочет затроллить!» У меня даже места в инвентаре столько нет, чтобы все это сложить. Тебе помочь, что ли? Ты достать не можешь. Не мешаю, все золото твое, забирай. Спасибо тебе большое, дай я тебя обниму. Я сомневаюсь, что это похоже на обнимашки. Ну, как могу. Слушай, ну раз тут такие пляски пошли... Моя очередь, да? Все, без лишних слов, я ухожу, новогодние подарочки как бы должны быть секретными. Все, я ушел, сейчас давай дари. Так куда ты ушел-то, давай дарить буду. А, то есть ты там ничего не будешь подготавливать, ты просто так возьмешь и подаришь? Да. Ну давай.
Давай, давай, давай. Вот, это тебе. Я, как истинный рыбак, как рыбак Майнкрафта номер один, решила не что иное подарить, как ведро с иглобрюхом, потому что я считаю, что это символизирует мою тебе вот эту самую... Ну, я как люблю рыбалку, так вот и иглобрюхо с ведром тоже, как бы, в принципе. Я думаю, что нормально, неплохо получилось, в принципе, я старалась. Вот, если честно, ты сейчас сама хотя бы поняла, что ты сказала? Дарю тебе подарок рыбное ведро. Иглобрюхное ведро. И на кой черт мне вот этот иглобрюх? Это символ. Символ чего? Символ всей моей любви к Майнкрафту, к рыбацкому домику. Вот ты поставишь это где-то вот тут, например, вот сюда, или здесь, например. Ну, или вот так, в принципе. О, меня пернул! В смысле отравление? Отравление! Катя, пол это лава, а у нас пол это иглобрюх, прячься! Я сейчас сдохну! Слушай, ну, с одной стороны, это хорошее вот это развлечение. То есть мы с тобой можем... Вот, а он пернается, он... А ну давай, укуси. Офигеть! Я первый раз вижу иглобрюха в воде живу. Да. Всё! Я сейчас умру от этого иглобрюха. Все, оставляем его здесь наедине, все, отойди. Не такой подарок я ожидал на Новый год. Ну подожди, подожди, посмотри на меня. Подожди, а еще не поздно вернуть все свое золото себе обратно? Поздно, поздно. Поздно, жалко. Ну послушай меня сюда, молодой человек. Ведь слушай, Новый год. Как-то вообще, знаешь, уже нет желания тебя слушать. Вот давай предложение. Вот я пойду и Новый год встречу с Михуилом, а ты вот Новый год встретишь с иглобрюхом. Раз вот такие вот у нас планы на сегодняшнюю серию, я думал, будет какой-то подарок, она мне подарила иглобрюха. Вот эти снеговики охраняйте меня, пожалуйста, не пускайте эту чупакабру внутрь. Ага, пока. Новый год — это время волшебства, время удивительных подарков. Вот не... именно время волшебства, а не время иглобрюхов! Держи! Ладно, пойду. Вот так оно и бывает, Михуил. Ой, вот это, отдаешь всю свою жизнь, всю свою любовь, там, все свои чувства на подарки отдаешь? Вот это с подписчиками, да, на жахни, Михуил, да. Вот это с подписчиками все время свое свободное и убиваешь за то, чтобы добыть ей вот это золото, чтобы она себе построила вот этот золотой сральник. А она тебе в итоге иглобрюха дарит. Это как так, несправедливость такая? На жахни еще. Жизнь моя жестянка, да ну ее в пердак. Эй! Ты тут? Михуил, это ты разговариваешь? Чупакабра, ты тут, говорю! Ну, допустим! Ты там что, наклюкался уже? Ну, пару баночек мёда шандарахнул! Выходи давай! Не выйду! Выходи, говорю! Нет, ни в коем случае! У меня для тебя подарок есть, ещё один. Дай угадаю, тропическая рыба в ведре, да, наверное? Нет, лучше. Лучше. Мёртвый куст в ведре, да? Слушай, ну ты же реально не будешь Новый год один там с медведем отвечать? Ну выходи и давай. Да почему не буду, Михуил, мне так как родной брат уже стал. Буду. Ну все, выходи давай. Я хочу поздравить тебя с Новым годом. Давай, не будь пипукой настоящей, а выходи. Что там происходит? Что снеговик всех атакует, а? А у нас тут зомби ходят. А, ну тогда мне спасать вас или как? Спаси, спаси и подарок свой забери. А, ну хорошо, Михуил, если там опять какая-то шняга, я вернусь сюда обратно, поэтому пока дверь не закрывай. Ага. Чё вы паритесь, пацаны? Взял, вот так сделал и все, как бы до свидания, Игорь. Ядрёный Новый год. Садись быстрее, пока не улепетывал отсюда. Зомби-лошадь! Садись! Откуда ты зомби-лошадь добыла? Ну,
это секретная информация, я тебе не могу сказать. Какая нафиг секретная информация? Ты понимаешь то, что обычным путем мать кра... А, да, убей ее давай, убей ее давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да, убей ее! Кать, кусты колючие, не? Все, извини, я больше не трогаю, это твое, на, держи. Откуда она у тебя появилась? Скажите, пожалуйста. Да мы там с девчонками посовещались, там я поспрашивала, что кого. Вот они мне там сказали. В общем, это не важно. Главное, что она теперь твоя, и она у тебя... Очень интересно, что это там было. Ну ладно, продолжай. Она у тебя теперь есть. Главное, следи за ней и охраняй. С какими девчонками ты посовещалась и кто тебе посоветовал подарить вот эту мне лошадь? Ну, это не важно. Главное, все. Вот лошадь у тебя, все, радуйся. Ты же понимаешь, насколько это огромный эксклюзив? Вот ты, наверное, тоже понимаешь, то, что зомби-лошадь в обычном Майнкрафте добыть нельзя. Ее даже, ну, вообще нигде нельзя найти. Никогда не говори никогда. Все возможно в этой жизни. Так, как бы мне ее засандалить сюда обратно, вот чтобы она не сбежала. Вот, стой здесь. Я уверен, что ты с мастером подружишься. Главное, не съешь его, пожалуйста. Ага. Кать, пожалуйста, сними этот шлем, потому что каждый раз, когда ты возле меня проходишь, я обсираюсь, то, что рядом крипер заспавнился. Пошли. Подойди. По секрету тебе скажу, хотя ты, наверное, сама знаешь, хватит мед бухать. Ага, да-да-да, слушаю. У меня скоро день рождения, вот. Что? Скоро у меня день рождения, говорю. 22 июля, вот. А если ты не знала, в Майнкрафте есть еще скелет-лошадь. Так, вот. До свидания. Она бы, скелет-лошадь бы очень хорошо вписывалась в мою коллекцию лошадей рядом с зомби-лошадью. Хорошо, Кать? Да, я тебя не услышала, все, пока. А скоро еще 23 февраля, там типа День мужиков. Вот это, если что, такой тебе прямолинейный намек прямо, не понимаешь? Не служил, не мужик. Служил, в войсках Майнкрафта служил. Служил. Не уворачивайся от ответа. Блин, у нас тут в доме вода и глобрюх. Ну ладно, короче, я сейчас вернусь к тебе. Так уж и быть, пипука. Ну хоть чмокни в щечку-то! Ух ты же! А еще разочек. Отлично. Зацеловал до смерти.